А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Boosty. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Boosty можно, как всегда, по ссылке в описании. А начиная с 3 августа пошло советское контрнаступление и на южном фасе Курской дуги. В этот день войска Воронежского степного фронтов насчитывали 50 стрелковых дивизий, около 2500 танков и САУ и более 12 тысяч орудий. В 8 часов утра после своей короткой артиллерийской подготовки советские войска начали наступление. Первый день операции продвижения Воронежского фронта составило от 12 до 26 километров. Войска Степного фронта за этот же день преодолели только 8 километров. С 4 и 5 августа шли бои по ликвидации белгородской группировки противника и освобождению города от немецких войск. К вечеру Белгород был взят частями 69-й армии и 1-го механизированного корпуса. К 10 августа советские войска вышли на железную дорогу Харьков-Полтава. До окраин Харькова оставалось около 10 километров. 11 числа немцы нанесли удар в районе Богодухово, существенно ослабивший темп наступления обеих фронтов Красной Армии. Ожесточенные бои здесь продолжались до 14 августа. Степной фронт вышел на ближние подступы к Харькову еще 11 августа. Первый день наступления части успеха не умели. Бои на окраинах города шли до 17 числа. Тяжелые потери несли обе стороны. Как в советских, так и немецких частях нередкостью были роты, насчитывавшие лишь по 40-50 человек, а то и того меньше. Свой последний более-менее значимый контрудар немецкая армия нанесла у Ахтырки. Здесь им даже удалось осуществить локальный прорыв. Но глобально ситуацию это уже не изменило. 23 августа начался массированный штурм Харькова. И именно этот день считается датой освобождения города и окончанием Курской битвы. Фактически же бои в городе полностью прекратились только к 30 августа, когда были подавлены остатки немецкого сопротивления.